Открыл указатель. Смотрю, поначалу еще что-то проверяется. Потом неожиданно прерывается. Обычно прерывается там на 200-300 странице, а тут буквально всего ничего и прерывается. Выставляю правописание. Окей. Ничего не помогает. И тут я выделяю весь текст и просто переношу новый файл. И все. И все прекрасно выделяется. То есть там изначально что-то зависло. Некогда с ним разбираться. Создал новый файл, и вот тут уже тантрические сочинения. Ну, там, соответственно, немножко устаревшее написание еще бывает. Три варки шастры шлока. Шлока. Соответственно, шлока, чтобы слово шлока не подсвечивалось, надо согнать весь санскритский словарь. Собственно, к этому все идет. Все 200-380 тысяч слов в ближайшее время будет загнаны. В общем, в любом случае, если проверка не показывает, перенесите новый файл, и, возможно, она покажет то, чего раньше было не видно. Вот. Много о чем тут есть подумать.